Новость о беременной девочке вызвала широкий общественный резонанс. Кроме того, Даша заявляла, что ждет ребенка от 10-летнего друга. Однако позже выяснилось, что школьница была жертвой изнасилования. Недавно семиклассница признала, что ей предстоят сложные роды. По словам Даши, врачи предупредили ее о том, что могут возникнуть определенные трудности и рассказали о предстоящей процедуре. «Мы съездили в Красноярск, в перинатальный центр. Меня осмотрели. Потом врачи что-то начали решать. В итоге к нам подходит врач и говорит, что на 37-й неделе меня положат в Красноярский роддом номер 6. Мне также снимут пессарий, и там же я буду рожать. Говорят, роды будут сложными. И если голова ребенка не пролезет, то буду делать эпизиотомию», — поделилась с подписчиками Даша. Несмотря на то, что Судничникова уже отмечала, что боится рожать, она с нетерпением будет ждать встречи с малышкой. УЗИ показало, что у Дарьи будет девочка. Будущая мама планирует назвать дочь Каролиной и уже думает об окружении ребенка. Например, Даша утверждает, что не собирается знакомить наследницу с отцом. «Мой ребенок о настоящем отце знать не будет, но я расскажу ему, когда он будет в более осознанном возрасте. Иначе потом узнает от левых людей. Лучше уж от меня», — уверила общественность девочка. Слово. Изначально Даша говорила, что папа ребенка является ее 10-летний друг Ваня. Однако медики быстро пришли к выводу, что в силу своих физиологических особенностей мальчик пока не может стать родителем. Все результаты показывают, что он еще ребенок. У него тестостерона даже нет. Половое созревание не началось и начнется даже не завтра, отмечает врач-уролог. А позже выяснилось, что Судничникова стала жертвой изнасилования старшеклассника. Напомню, что школьница растет в семье с рядом трудностей. Ее мама борется с онкологией на последней стадии, а отец нередко выпивает. Еще в 2018 году их поставили на учет, как находящихся в социально опасном положении. Ну а на этом все. Пока других новостей о девочке и ее будущем ребенке нет. И если тебе оказалось интересно это видео, то обязательно поставь лайк и подпишись на канал. А еще спасибо, что досмотрели до конца. И обязательно переходите вот по этой ссылке. Там для вас еще много чего интересного. Друг, не забудь подписаться на канал. Я старался для вас.